А ты чё так выродился, как гопник с района? Я так оделся по приказу острых козырьков, понимаешь? Так что... Вот. Отдышка, сука. Я еще вкинутый. Да. Знаешь, теперь это моя повседневная одежда. Это стильно. Я джентльмен, ёпта. Моя кепка вообще вещь. Под козырьком острое лезвие. Поэтому, если что, могу въебать. Задавай вопросы о том, сейчас к мне ехать. Да какие те острые козырьки, ты себя-то видел, бля? Это читас прикол. Смешно, блядь. Че там, готовишься к боям или как? Конечно. Постоянно. Я же тигр, Ахиллес, сын Пилея. Скоро верну пояс. Победа у меня в крови. Знаешь, у меня скоро будет новое прозвище. Дал, пиздюлин, однобровый, мартышки. The King is back. Я, конечно, понимаю, что ты навык дохрена, и тебе дадут титульный бой против Чарльза Ливейру или Гэджи, но ответь мне. Как ты тренируешься и чем занимаешься, пока в мире происходит такая нехорошая ситуация? Вообще похер Венику, но иногда нет. Санкции. Войны по всему миру не дают мне спокойно жить. Но есть плюсы. Отключили Инстаграм, Твиттер, Бравл Старс. А делать нехрен, гуляем с пацанами целыми днями. Футбол играем. Вот. Берем палки и представляем, что у нас мечи и оружие. И деремся. По их порту перекидываем друг другу прикольные игры и в PSP еще играем в Наруто или Текен. Эта тема, часто еще лазим в чужие огороды. Воруем яблоки, вишню срываем и другие ягоды хаваем. Потом нас палят, и мы убегаем. За гаражами сишки курим, иногда кто пивас принесет. Вот. Иногда, если болею, смотрю Зену королену воинов и кушаю горячий супчик. Да. Знаешь, это как в игре Fallout. Жесть. Только еще алкаши везде ходят. Как будто зомби-апокалипсис наступил. Или как будто попал в игру метро 2033. Еще Макдональдсов и KFC нет. Даже читаса и колы нет. Но ничего, тушенку точим и квас пьем, так что нормально. Мы люди. С нами лобов. Главное, есть чем вкинуться. Я тебя понял, что тебя жизнь покалечила, и ты тупым стал, раз какую-то херню несешь. Я больше не буду задавать тебе вопросов, потому что, блядь, это бесполезно. Давай лучше по классике. Скажи мотивацию молодому поколению. Расскажи секрет успеха чемпиона, как стать таким богатым и крутым.